Всем приветик! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные, сочные, хрустящие, румяные чебуреки. Рецепт проще простого, ингредиенты самые простые. Что нам понадобится? Берем 0,5 кг муки, добавляем 1 чайную ложку соли, также добавляем 4 столовые ложки масла без запаха. Все это слегка перемешиваем. И теперь мы с вами добавляем 250 мл кипятка. Мешаем сначала ложкой, как чуть остынет. Теперь перемешиваем руками. Тесто получается густое у нас такое. Все, тесто замесили, накрываем его и оставляем отдыхать полчаса или часик. Делаем фарш. Фарш добавляем побольше лука, соль, перец черный и обязательно добавляйте воду. Не жалейте воду. Чем больше воды, тем сочнее у вас будет фарш и ваши чебуреки будут сочные и вкусные. Все, у меня полчаса прошло. Теперь разделяю тесто примерно 10 чебуреков. У меня крупные. Раскатываю тонко, смазываю половину фаршем. Хорошо края закрепляем. И все, и отправляем на разогретую сковородку. Масло должно быть так побольше, чтобы они как у нас там купались. Обжариваю на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Вот такие вкусные сочные чебуреки у нас с вами получается. Обязательно пробуйте, радуйте себя и своих близких.